Качество уборки снега с улиц и из дворов этой зимой выйдет на новый уровень. Коммунальную технику оснащают системами слежения с помощью спутниковой навигации ГЛОНАСС. В районной администрации разработана схема, по которой Щелково разделили на 10 секторов. В каждом за уборку отвечает одна из местных управляющих компаний, которая координирует действия всех организаций на подведомственной территории. Будет составляться рейтинг уборки по каждому из секторов, в том числе на основе обращений жителей. Отслеживать, где работает какая машина, где техники недостаточно, как раз и поможет система ГЛОНАСС. А то, что на технику поставили ГЛОНАСС, теперь каждый житель, каждый специалист может войти и увидеть, что какая техника работает на том секторе, откуда, предположим, идут жалобы. Работу курирует районное управление ЖКХ и благоустройства. Приложение ГЛОНАСС установлено на смартфоны с выводом на мониторы. А вскоре контроль за коммунальной техникой будет доступен и любому жителю. На сайте администрации будет открыт специальный раздел, где можно будет в режиме реального времени следить за ходом уборки городских улиц. Ожидается, что народный контроль значительно повысит качество работы коммунальщиков. Все будут оснащены, и управляющие компании, и наши будут организации муниципально оснащены, и все, которые будут заходить к нам на субподряд по конкурсу, они все будут оснащены ГЛОНАССом для тотального контроля за очисткой территории. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».